достаточно маны. Сука, почему он что-то вместе подобрел, ёбки? Чекни на АФК, кто АФК минус ЕП, заебали. Ну да, он дрожит постоянно. Но я ушел кофе как бы делать, мне что не кипит пока что. Да конечно кидай, блядь, ты вообще нахуй ГП не кидай. Ну ГП за обычку вряд ли, это же не вайп ничего, вот минус ЕП нормально. Да что там говорить? Слав, мы чё в 5 хилов? Мы чё в 5 хилов? Серьёзно? Бекнул бы кого. Давай я в ДД спекну свой. Микки, Сова. Бля, чтоб тебе так перескладывался. Что ты говоришь? 20к ДПС даю в данный момент, кстати. Сука, мне было выбить зов, блять, вообще в такие плюхи раздевал протопал. Как девочки? Так, это есть куда-нибудь? Да, нет.
Слышь, Кирюха, а что тут за прожимки у ДК? Захват рун там еще, блядь. Ну, блядь, все равно там прикольно, блядь. Я во фронте. Я во фронте. Тут нету АТК спека. Да, демона. Да, есть. Несокрушимая броня. Так, рыбу быстро. Числа я бы мог подамажить нормально. КВ, блядь, спекнулся бы в танк, и я учился бы, блядь. Вместе с моим напарником. А рыбу? Рыбу чисто на девочку рыбу не дай. Вон рыбка. Блядь, чайник! Как он начинает? Залейте ману тогда. Да. Рост быстро, рост для девочек. Будет лут. Беги, малышка, беги! Меня и лут. Люди, которые будут ролить на успех, все равно будут нидить. Да давай, поменяй, блядь. Ты хочешь ставить, давай мне, я пораздаю. Я сам буду лут раздавать, ну ебаный в рот. Тебе что, жалко поменять? Тем более двое желающих, и скинь уже. Давай, кидай мне лут и все. Потому что наделены особым знанием. Вы жесткие. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы. Он у него был. Ну, значит, я всегда лучше. Да. Я на Эльман. Все, ладно. На свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Да-да. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Сука.
стрелы-то такие. Пау, как насчет буешек? Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его. Кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Масштаб личности определяет проблемы, которые ты решаешь. Но это правда жизни. Надо подождать. Нет, если ты ее не решаешь, то как бы, ну, понял, короче, чем сложнее проблему ты решаешь, тем перебит личность. Да. Там типа нажимаешь кнопку off spec, main spec, он сам определяет, кто кому чему, блядь. И все. Он помощники не подобрал его, блядь, да? Гандоны, да. Довольно. Пришла пора взять. Но не успели, блядь. А тут треш уходит в обычке, во-вторых, да? Один, по идее, моб сверху только идет со ступенек. Не, в обычке не выходит. Ты не в силах. По-моему, да, блядь. Или может не.
Нихуя себе, для прикинь, как это в PvP профитно, блядь. Благодарю духов, что они послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Там статы увеличенные. Вы еще сможете его нагнать. Да, да, да. А проб. Там видал уже соло, ходишь там этот, как собираешь эти, я забыл, как они называются, но за золото, знаки дают. Потом триньку там тебе дают рандомно. Давайте быстрее все берем все рюкзаки, блядь. Видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота по местам. Сак-сак. Главная сила. Время, деньги, дорогие. Воспряньте, сыны и дочери Орды. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактар-Агар. Гортрон, взлетаем. Прикинь, вот, блядь, щитом промахнуться, блядь. Да ну, хуйня какая-то, там попиздеть. Не будет больше. Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрёшь. Ты видал, там есть молоты такие фиолетовые, тоже прикольные. Да. Ну, мне еще понравилось, на первом лагоне стоит моб такой, да. Вот он портуется по всем столицам за 30 голды, блядь. А еще есть моб, который там оружие трансмутит. Там таких всяких пушек прикольных, рисованных, походу, блядь. Сиди еще. Я себе вообще за пустоту весь сет взял. Был бы ты за аликов, я бы подогнал бы тебя там, у меня есть всякая хуйни, дохуя осталось. Может, один хил в ДД? На сурка. Да, я.
Окта! Торкран, выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Блять, только что... Присоединись ко мне, отец! Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот инопланетий! И во славу короля Лича! Да сейчас все нормально будет, ты что-то слышишь? Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шансов! Я попробую там между персами скину все там ингредиенты, если получится, то тебе скину пустота, там всякие дела, вот такие вещи. Мы назвали его Дранош. Не, я уже фул оделся за пустоту. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности. А, 220 получается. Я пообещал его матери, когда она... Да я себе рогу сделал тоже так, вообще просто купил эти все и там бегаю так. Тоже я занимаюсь. Блять, я ж кофе говорил, но не принес. Ладно, после сука. Вылетел в окно, кстати. Дайте таймер до боя, кто-то у кого есть. Какой ночью ТПС? Там за нигера мой, там мой меч, нигер. Thank you.
Он же как ОТ пойдет, ему и зеркало ловить надо, и в купле сидеть. А на Синдре он просто стаки поймает. Да, кстати. Есть же КВ, который может танкануть. Ой-ой, квест только не вздумайте взять. Не идите туда, пускай они сюда придут, сейчас будут бежать стрелки мелкие, еще и эти придут. Блядь, какие вы тупые, сука, просто не могу, блядь. Давайте, сейчас сдохнем, блядь. Вторую не сагрится, блядь. Вот сейчас из этого лута просто половина разосрется и все. Плащик, мой плащик с Вальки забрал. Он его распылил. Не знаю. Мой плащ. Ну не идите туда, пускай сюда придет, сука, сейчас еще ловушку запустите. Ну че вы, блядь, такие... Thank you.
стойте здесь, ловушку запускать надо. Куда вы пиздовались вместе, блядь? Маги пицца совета не берут. Они скрабли берут. Вторая. Да не купили. Это мили, фу, блин, это норма. Ой. Прикал. При такой системе просто одни могут ролить на других в Гирейзе, это... Ну, как бы да, но... Второе. Лепочка вонючка! Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Ну, одесский рот, если что, надо одеться? Да. Ему-то за что? Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи! Репочка-вонючка! Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Я ходил в Геру 4 КГС. Ты и 3 ходил? Сука, я на 79-м левеле ходил в Геру. Заебали, блядь. Тут уже 2-3 начинается. Новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Ну, с этой стороны ловушку запускали, с двух сторон было. Вот нахуя вот это Итона вот жмет этот кожаный шлем, блядь? Жмите распыл, нахуя он тебе нужен кожаный шлем? Вот расскажи, пожалуйста, блядь. Пускай, блядь, все нахуй уже тогда получают распыл, а не ты один, блядь. Качев поесть.
Да, я готов. Такое уж оно и обычное. Тебе надо протопало одевать, вот, но вот у него конкуренции нет. Там БДК какого-нибудь. Че этот маг хамится в чате? Интеус. Нет, не я. Просто хамится, почему? Какая разница на кого? Да. Антон, если бы ты желанный распыл, он бы распылился, блядь, а не занизился бы. Какая женская дружба, я не знаю даже. Бля, вот пятый босс срач из-за этого лута, блядь. А, Этона получает обычный кристалл пропасти, знаю, да, все, все, я извиняюсь, Этона, я извиняюсь перед тобой, я не заметил, что там она, действительно, она получила, сначала выиграла, а потом получила. Все, 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 я извиняюсь. Ио, ты заберешь там это за ДК, нет? Ой, точно. Чё ты запизделся, я? Да, был моим любимчиком, как и Гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. И порезать. Вообще, кто-нибудь носит кистевое? Это вон там Нанхи, там, так вот, Эбис считается вот кистевое. Ты жми, блядь, распыл, блядь. Нет, просто признай, что ты не умеешь до сих пор играть и читать чат. Сейчас, короче, будем делать квест Микки спекнись в полено и вдвоем ход эти куклу.
сделаем как на том КД, два раза и там, или позже там сразу купли 100% на раги наберем, сагрим босса, нажмешь кнопку. Сейчас кто-нибудь будет босса бить, блять, по-любому. Да он уже штаны наложил, блядь, что ты? Нахуй это, блядь, ГП, блядь, сука. Нет, его в РП. Может, выкинуло, блядь. А нет, есть. Есть, есть, он в РП, смотри, между Норкой и Морц. Бля, чем ты занят? Ты в рейд пошел. Че ты тогда идешь в рейд, если ты занят? Так положи телефон, блядь, свой. Второй дрейд тоже, сам вижу. Ё-моё, телефон, блядь, что вы хотите? Блядь, ты тупой, блядь, или что, я не понимаю? Ты да телефон там... звонил, блин! Так, блядь, потом поговоришь. Кто? Ну, блядь, дядь... Не слушай никого, я даже в геле с телефоном играю нормально. Я не отвечаю. За хилю я не... О, за танчу не затанчу. ДЛП нажать. Все. Где это темное? 96, ну, давай, Кирилл, начинай. Сейчас агрим, и только потом жми кнопку. Дайте, дайте мне нагреть, на пульте на меня, блядь. На полный сендер. У тебя баф появился в панельке бафа, там, в виде грани? Не, просто там появляется баф такой. Появляется, блядь. Смак сейчас. Что-то я ничего не чувствую. Я уже дал ему БР, он не встает. Еще откуда? Пусть колбы будут осторожны. Ребята, можно кто-то напрячь голову и вспомнить, было в этом понедельник ссылка на спейдер или нет? Посмотри в КД. Давайте красный объем РПД.
Беги, Шинан. Сука, зеленого проебал. Зеленого. Бейте зеленого, босса не бейте. Кирилл, давай под босс. Под стол. Красный, блядь. Бейте красного все. Бейте босса. На вкус как вишенка. Ой, извините. Неожиданно. Дан долбоёб. Баблом сбрасывается эта хуйня или нет? Стаки эти. А, нет. Нихрена не сбрасывается. Пацаны, есть там слот? Юрий Тщеславие. Да, 3-3-3. Дайте, что тебе ничего не дал. А мне, наверное, макрос был написан просто, сука. Жилые?
Потому что все нажимают это. А, ты имеешь в виду. А он вообще что ли. А он голый что ли или что? А. Да-да-да. Погнали, ладно. Слав, я релогнусь, ладно? Продиспилите меня кто-нибудь, а то я стою в цепях, как поживая кикиру. Захил меня. Ну. Бомжи, давайте бегом. Да сука, не убегай ты, блядь! Ты, кстати, придурок, мне не нравишься весь рейд, между прочим. Я первый человек, который за все время остался. Ну вот этот чувак, который мне сказал, чтобы я не убегал, мне весь рейд не нравится. Единственный человек, который мне не нравится, все протяжение времени. Что он вообще говорит, я не понимаю, блядь. Говорю, что ты лох. Да ты долбоёб, блядь, зачем ты убегаешь? Я не могу ставить тебя, ты убегаешь, я бегу за тобой, блядь. А мне нравится от лохов убегать, они просто натурально. Еще мать у них как бы такая, ты понимаешь, что? Мясо нахуй. Вот просто вот уёбки вот, которые вот такие вот, ну, блядь, неполноценные умом еще там мат либо трогается, вот просто высшее развитие интеллекта, блядь, просто. Я ничего тебе не говорил про неплохое. Что я сказал? Давай. Пиздец. Ну, сейчас здесь, что я сказал? Я просто сказал её, как бы, просто название, если я даже не оскорбил. Блядь, что ты там мычишь? Ты говори нормально, тебе непонятно. Иди вот долбеб в ЧС нахуй вот. Написал мне спасибо, что ты обозначился. Че, поехали? Давайте.
Посмотри, знаешь что? Невидимый гость посмотри, охуенный фильм. Ты, бля, Слава, ты там концовка там самая сложная. Выстрел, статут, морем. Тоже такой достойный фильмец. Не-не, не фантастика, там нормальный фильм, рассказывать не буду, там всю суть расскажу. Посмотри. Ну про что же, знакомый фильм, не помню про что там. Блять, не знаю, как можно смотреть 14 сезон этого сериала? А чё, кто знает, Warcraft второй сезон, второй фильм-то будет вообще когда-нибудь? Вот, вот да, вот это я хотел бы посмотреть, что он ждёт. Ну должен быть. Нихуя себе. Ну а там, слышал, там это Аватара снимает, но вот, там две части видно. Да. Дайте Бобу по тщеславе, там 15 секунд еще не было. На, все, погнали.